Харьковский областной совет, первый местный совет на уровне областей, принял и бюджет области, и программу социально-экономического развития новым созывом. Это очень важно, потому что Харьковская область занимает стратегическое географическое положение для того, чтобы не разрывать бюджетные процедуры, бюджетный процесс, для того, чтобы абсолютно все люди и учреждения социальной сферы, в первую очередь, чувствовали уверенность. Мы сегодня вынесли на внеочередную сессию именно утверждение бюджета. Вы видели, что подавляющим большинством голосов бюджет утвержден, он действительно носит сегодня характер защищенных статей, так же, как и Сергей Иванович сказал, программа социально-экономического развития, она определяет основные приоритеты в рамках стратегии развития Харьковской области до 2020 года. И я могу сказать, что в прошлом году те приоритеты, какие мы выбрали, они дали правильный эффект, и Харьковская область по рейтинговой оценке Кабинета министра занимает 4-е место среди всех регионов Украины. Для прифронтовой территории, для тех вызовов и сама антитеррористическая операция, количество переселенцев и разрыв, скажем так, отношений экономических с Российской Федерацией, диверсификация рынков, это, я считаю, большой успех и трудовых коллективов всего населения Харьковской области, безусловно, органов местного самоуправления, исполнительной власти. Мы просто показали, как надо быть в сложные времена вместе. Я думаю, что депутаты подкорректируют свое отношение в сторону большей серьезности к работе в комиссиях областного совета, и еще четче механизм под названием Харьковский областной совет будет работать.